Участник Олимпийских игр в Лондоне, серебряный призер чемпионата мира, победитель чемпионата Азии этого года Амит Кумар прибыл в Якутск. Помимо него из Индии, Армении, Финляндии, Румынии и Литвы приехали первые гости и участники 10-го международного турнира Гран-при по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Спортсмены обосновались в гостинице Центра спортивной подготовки «Триумф». Также на коркинский турнир должны прибыть олимпийские чемпионы Владимир Хинчигашвили из Грузии и Таха Акгюли из Турции. Соревнования пройдут с 30 сентября по 1 октября в Центре спортивной подготовки «Триумф». У нас борется тут призер первенства Европы среди кадетов Вагинаг Мадибосян. Он же также стал еще призером юнистских олимпийских игр. 70 килограмм Папикян Хачадур, чемпион Армении. Пару международных турниров он выиграл. И молодой у нас парень, мы только-только его проверяем, Калуян Армен, призер республики среди молодежи и среди взрослых.